Всем привет! Сегодня хочу испечь торт «Графские развалины». Первый раз я делала этот торт, когда еще училась в 9 классе. Миксера не было, и я взбивала металлическим венчиком, вот наподобие такого. Рука, конечно, отваливалась, но мне кажется, именно тогда я научилась правильно взбивать меренгу. Я брала белки и сахар. Ни лимонную кислоту, ни лимонный сок я не добавляла. И вот мне по рецепту нужно было 4 белка и стакан сахара. Но я, естественно, взвесила и под видео укажу количество в граммах. Буду взбивать под ручным миксером. И сначала нужно взбить в такую небольшую пену, а потом постепенно всыпать сахар. Я взбивала 14 минут. Если у вас не очень мощный миксер, то лучше взять половину сахара, половину сахарной пудры. Будет проще взбивать. Для удобства я переложила в кондитерский мешок. Буду отсаживать. И теперь ставлю в духовку. Температура 100 градусов, режим конвекции. Здесь мне не нужно, чтобы они оставались такие же белые. Главное, чтобы они покрылись корочкой, а внутри были такие, как нежное суфле. Выпекала я 1,5 часа. Температура была 100 градусов, режим конвекции. Для крема мне понадобится молоко. Я его уже закипятила, оно горячее. Сахар и крахмал, и также сюда я всыпала ванилин. Одно яйцо и один желток и сливочное масло. Сначала размешаю яйцо с желтком. Перемешиваем крахмал с сахаром и всыпаем сахар в яйца. И вливаю горячее молоко. И теперь эту массу нужно довести до кипения. Варить, постоянно помешивая. Вот как только вот такие бульбочки пошли, нужно подержать 1 минуту и постоянно мешать. Ну вот, сняли с огня. И теперь эту массу нужно остудить. Крем остыл до 42 градусов. Теперь добавляем масло сливочное комнатной температуры. И пробиваем все погружным блендером. И крем готов. Ну и осталось собрать торт. Еще я в блендере измельчила орехи. Это грецкие орехи. Вы можете взять такие, которые вы любите. Если не любите орехи, можно взять шоколадку и на мелкой терке ее измельчить и также посыпать слоями. Но вот без шоколада и без орехов торт не такой вкусный. Сначала. Можно прям вот эти безешки окунать в крем. И вот так их укладывать. Посыпаем орехами.
Вот что получилось. Вот такой вот тортик для домашнего чаепития. Крема не жалейте. Он тогда такой нежный, сочный получается, очень вкусный. Я надеюсь, что этот тортик вам понравится. Ну и на этом буду прощаться. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!